Перед началом совещания премьер-министр посетил экспериментальную площадку Северокавказского НИИ садоводства и виноградарства, где разработали особую технологию выращивания яблонь без опоры. Она позволяет снизить ресурсные издержки в 2 раза. Если закладка гектара деревьев по европейскому методу обходится в 1 200 000 рублей, то по отечественной технологии около 600. В итоге себестоимость продукции становится меньше, а ее конкурентоспособность, наоборот, повышается. Дмитрий Медведев, кстати, упомянул о том, что тоже любит популярный в России сорт яблок «Семеренко». Это, между прочим, самое любимое яблоко, наверное, у всех. Но оно очень известное. Конечно. И оно специфический вкус. Специфический вкус у него. Да. И оно традиционно сочный, будет покупаться, потому что все рекомендовали. Объективно, все-таки вкус наших яблок серьезно отличается от вкуса импортных яблок. Объем господдержки садоводства в этом году вырос в 4,5 раза. Кроме того, чтобы наладить импортозамещение в этой отрасли, необходимо строить питомники для выращивания саженцев. Тогда не придется закупать посадочный материал в Европе.